Новости. Черная метка. Страшно? Ею будут помечены счетчики всех должников, вовремя не оплативших коммунальные услуги. Акция с таким пугающим названием прошла в Балашихе впервые, но в дальнейшем нерадивых абонентов будут регулярно отключать от электроэнергии с ее помощью. В списке неплательщиков может оказаться любой житель многоквартирного дома, задолжавший более 1500 рублей и не оплативший услуги в течение 2 месяцев. Работа с неплательщиками ведется индивидуально с каждым. Это и автообзвон, и обзвон в ручном виде, и также направление письменных уведомлений. А за 20 дней направляется уведомление с конкретной датой ограничения. В день ограничения проводится контрольная проверка поступления должников. Если услуги все же не оплачены, электроэнергию отключают. Однако такие случаи скорее исключение, чем правило. Большинство жителей стараются оплатить сразу же задолженность. Очень маленький процент, который уже дотягивает именно до ограничения, но все равно ищется какой-то компромисс с жителями и старается этот вопрос решиться. Тем, кто все же дотянул до ограничения, придется не только погасить долг, но и оплатить повторное подключение электричества. По закону оно проводится в течение 2 суток. Екатерина Мантуленко, Виктор Демин, Большая Балашиха Лайф. Новости.